Всем здорово. Сейчас скручу ее болты на ворку резах. R17. Передний 9G. Задний, не знаю, наверное, 10, потому что впереди была наклейка. Сейчас. Вот она. Так. На один диск уходит где-то час-20. Почему так долго? Не знаю почему, но вот внутри, которая идет, вот эта серединка, она вся промазана герметиком, и болты вот такие выходят. Все герметики, даже резьба. Поэтому прокрутить их нереально. И, так сказать, поэтому так долго выходит. Все болты оригинал на всех дисках. Только вот на переднем одном два болта не оригинал. Вот и вот. А все остальные 142 оригинальные. Так что вот передок. Вот зад. Вот зад. Как шире получается. И полка здесь побольше. Больше полпальца, да. Это будем пескоструить середину. Зад тоже пескоструить. Полку полировать. Болты тоже полировать. И в какой цвет красить, еще не знаю. Потом разберемся. Пескострю где нашел уже. Так, вот еще койл надо ставить. Так что тут у нас получается болтики с 12 гранями. Вот отвертка. Отдельно находил головку Force. Она где-то там на M называется или как. Force M 8 миллиметров, и тут 12 граней. Головка идет на 8, потому что я в интернете сколько искал информации, не мог найти, насколько тут головка и сколько граней. Пришлось самому считать и подбирать головку. Взял сразу 3 на 8, на 9, на 10. На 8 подошла. Так что сейчас разберем и посмотрим, что там дальше у нас будет. Пока час 10 ушло. Просто на сзади на открутку болтов, чтобы здесь их открутить. Как я их откручу, сейчас покажем. Так. Получается, делал вот такую пирамидку из переходников. Здесь вставлялось вот это, потом сюда надевал свечной ключ. Свечной ключ сюда. И вот так, короче. Потом, конечно, сейчас сиди как разберу. Пойду узнаю, продаются ли какие-нибудь длинные переходники под вот такую большой шток. Либо пойду к токарю вытачивать. Потому что такими нереально. Неудобно. А так, пока вот дело движется. Следим. Так, прошло. С того момента, как оставались болты, еще минут 20. Полка снялась легко. Взял я шило, чуть-чуть поддел, полка снялась. Чтобы снять центр, надо было, наверное, каждый вот через эти 3-4 отверстия шило вставлять потихоньку, чуть-чуть бить, она поднималась. Сейчас покажу. Вот сюда, где герметик был, потихоньку вошло, поднялось, вошло, поднялось, вошло, поднялось. И так по всему центру. И вот что мы получаем. Это задний обод. Легкий вообще. А вот центра. Ну,
намного тяжелее. Вот получается. Форк. Вес 120 килограмм. Что-то еще. И вот ворк. Вот этот хром. Я не знаю, его, наверное, сверху делали. Потому что он вот отламывается. Это будем все пискоструить. А потом все какой-нибудь яркой ядовитой краской будем красить. И центр, и задний обод. А полку будем полировать. Вот полочка наша. Небольшая, но сойдет для начала. Вот тут сзади полки есть отверстие, то получается все на силиконе. Тут походу его перерывали, потому что все болты внутри в силиконе были. Вот задняя часть. Задняя часть тоже вот в хроме все. Кешером когда проходился, весь хром отваливался. Тут что-то написано. Е-0-0-0 с чем-то, короче. Что-то такое тоже не знаю. Ну, как-то так вот вышло у нас. Вот наши трехсоставники. Еще осталось 100 с лишним болтов. Сегодня спустя неделю, как договаривались, забрал с пискоструя. Была пискоструйная обработка задней балки, задних рычагов, поперечной устойчивости, потом к бензобаку, это защита от выхлопа. Потом один привод отвозил, но его не красили, потому что в печке этот шрус был весь вытек. Его просто отпискоструили. И теперь можно видеть, тут вот завода всякие цифры видны, так сказать, новый привод. И задние суппорта тоже отпискоструили. Красить я их не стал, потому что чтобы красить, это надо было, так сказать, разбирать внутрянку, вытаскивать поршень, чтобы потом ничего нигде не потекло. Они вот сделали так. Отпискоструили его весь. Резинки мы закрывали. Вон видно поршень сам. Такой, как сказать, типа в виде креста. Не как у Бэхи. Просто кругляшочек. Вот. Сделали они вот так. Видно надписи теперь. Чего раньше не было видно, теперь все видно. Это вот, так сказать, направляющие. Тоже видно все надписи, все. Серый цвет, как, так сказать, только что завода забрал. Покрасили в такой ядовитый зеленый. Были еще кислотные цвета, так сказать, еще можно сказать, поярче. Но их не стали красить из-за того, что сразу сказали, то, что на ходовке долго держаться не будет. Эти еще покрыли лаком. Так что вот так получается. Диски можно будет тоже покрасить. У них же. Вот теперь не знаю, сайлентблоки балочные менять или не менять. На вид они хорошие. Ничего не скрипит, ничего нигде не порвано. Потом еще про эти втулки тоже на ходов, на рычагах. Менять, не менять их и менять на какие? На обычный резиновый или на полиуретан? Я тут нашел у нас магазинчик, занимается полиуретаном. Хочу вот на днях заехать, спросить, сколько будет стоить сюда и сюда. Сюда получается 4 таких и 2 таких сайлентблока и все. Сзади больше ничего нет. Ну и можно поперечную стойчивость, там вон те резиночки. Так, тут вот у нас тоже буквы стали видны. Все они сделали добротно. Видно, как все блестит. Зеленый цвет под цвет внутренней машины в салоне. Так, ну давайте перевернем рычаг. Так. Вот тоже, как и тут все.
просвечивается, все видно, все блестит. Вот у нас верхушка. Так что вот, зацените, как сделали. Суппорта, не знаю, потом, наверное, поршня выдавлю. Тоже отвезу на пескострой. Передние, потом задние. Шланчики сейчас буду искать, все четыре. Наверное, эти буду искать, армированные. Нашел одну контору. Они в Питере на заказ делают. Там выходит $100 четыре шланчика. Потом ссылку скину. Скажите, за нее, может, что-то кто-то знает. В общем, вот так покрасили. Офигенно. Не ожидал такого эффекта, сразу скажу. Пескоструем, а потом порошковой краской. И еще сверху лаком потом. Так что вот так. Зацените. Потом что еще? Вот они, диски Work. Резах. Вот, центра уже снял. Короче, на разбор этих дисков день ушел. Три диска разобрал сразу в один, четвертый не получалось, потому что там, где не хватало, два болта. И получается, его уже кто-то разбирал. И в болты клей этот синий с этим замешали, с герметиком. Болты было нереально откручивать. Пришлось ВД-шкой все покрывать. А потом чуть, так сказать, с задней стороны чуть-чуть нагревать феном. Ну, они разобраны, и все ништяк. Вот они лежат уже здесь. Задняя обода, центра, и вот эту на полке внутреннюю часть тоже будет пескоструить и красить. А вот это я все прикрою, и это потом все полироваться будет. Там болтики, их у меня 144, в наличии 142, надо еще два болта найти. Задние гайки буду покупать новые. Так, вот буду их еще ими поисками заняться надо будет. Вот этот привод. Сейчас разберу его, прочищу все в бензине. Потом поменяю пыльник, шрус новый. Также его потом на пескострую вместе с дисками отвезу. Так, что еще тут? Пока вот то, что вот еще лежат койла. Надо вот сейчас их потом, как все сделаю, сразу все соберу, чтобы сразу разом всю ходовую собрать. Чтобы потом уже не мучиться. Так что вот такие обстоят дела с Ниссаном. Остается, получается, покрасить центра, отполировать полки, покрасить обода, потом болты. Я уже обработал все болты в этом в лимонной кислоте. Вышло, ну, более-менее нормально. Ну, более-менее как, почти как новое. Потом остается койло, так сказать, примерять. Потом поменять эти сайдинг-блоки балочные и эти на рычагах, которые идут. Либо родные покупать, либо уже искать с этим. Одну контору, говорил, уже нашел, полиуретановый. Всем здорово. Прошла неделя, как я оставлял балку для, так сказать, полиуретановых сайдинг-блоков в компании ИП Сергеев. Контакты оставлю снизу. По цене тоже напишу, сколько вышло. Это получается за 2 полиуретана. Это уже будем, так сказать, устанавливать ходовую, покупать армированные тормозные шланги, пескоструить, красить все 4 суппорта, все тормозные диски покупать. Ну и ставить койло. Так что вот такой у нас план. Смотрим. Блок продолжается. До скорого. На работе тут никого не было. Тут был у меня типа квест. Сказали, куда идти, в какую, так сказать, местность пройти и в какой гараж зайти. Ничего, мы это сделали. Сегодня все отдыхают просто. Вот наш балка. Я ее от этого, чтобы краску не повредили. Так, получается, вот этот тер. Получается, сильный у нас синий полиуретан. Жесткий, самый жесткий сделали. Потому что там было, ну там по цветам они различаются, самые светлые.
Там было несколько их. Сейчас увидите. Вот получается, какие цвета полиуретанов. Получается, я попросил самый-самый жесткий, чтоб жопу вообще не кидало. Вот здесь так вышло. Вот здесь. Сейчас, блин, отчетово плохо видно. Потом, как я отмою, может, синий будет видно. Ну и снизу сейчас позырим. Что у нас тут замутилось? Так, вот снизу. Смазано там все. Самое главное, что? Чтобы он ходил и ходил, и все. Про них даже можно было не вспоминать. Ну, сказали, один раз поставил, и все. Сказали, что они лучшие в Алмате по изготовлению полиуретана. Так, обошлось мне это. Ну, вот все, что вышло. Thank you.